Бля, помістився, ёбаный ты в рот. Учил на так ездить. Че скачешь как бандовошка? Ты видел, как ты едешь? А какая ты куда влезешь, блядь? Ты перестроился левый ряд? Ты куда, говорю, влезешь? Садись, посмотрим регистратор, я тебе покажу, как ты едешь. Какой регистратор? Ты че, мудак, ебаный в рот, блядь? Ты хочешь посмотреть, как ты едешь? Сейчас я тебе покажу, блядь, сука, вылезешь, что ты машину нахуй пешком пойдешь по МКАДу, ебаный в рот, блядь. Охуел, что ли, блядь, быдло нахуй? Я быдло? Едешь? Ты влезаешь, куда ты сигналишь, дурак ты, ебаный в рот. Я тебе говорю, садись, я тебе покажу, как ты едешь. Ты куда мне сажаться? Там две полосы. Ты перестроился в левый ряд, я поехал по правой полосе. А ты куда где-то видел правила дорожного движения, что обгон взять через правую сторону? Скажи. Ты видел обгон, такое? Обгон только. Что у вас, блядь? У вас сейчас нахуй туда, сюда врыло, блядь, нахуй засунули туда, ты, вот, блядь. Ты не ори, садись, я тебе дебил, покажу. Молчи, говори, ебаный в рот, блядь. Ты чё? Молчи, говори. Ты как разговариваешь? А как с тобой разговаривать, блядь? Тебя учить с утра как машину водить, что ли? Да я лучше тебя знаю, как водить машину. А хуй ты лезешь тогда, бля, в залупу нахуй? Я тебе говорю, садись, я тебе покажу. Долбоеб, бля, я же нахуй, чтобы я тебя на МКАДе больше не видел. Ты меня обоснуй, ты обоснуй нормально. Че, куда идите сюда, кот побежал, ты?
Ясно, давай, звони все, Александр, давай. Ну, ну давай. Поехали, пацаны. Сами хуй. Ну, два п'яних ударили машину, пытаются уехать. Ну, блядь, 100 фотки. Что? Да я тебе 150. Нахуй. Да, 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 да. Да. Сейчас поразберемся, кто нахуй, кто захуй. А так вот я, может, на так и позвоню. Звони корреспондентам, конечно. Алло. Да. Да. Добрый день. Ну, сейчас тут два араба пьяных пытаются срыть. От них явно пахнет перегаром. Ну, явно пахнет перегаром. На BMW, чёрно. Ну, если мы сейчас начнем, они так, ну, такие... Агрессивно настроены, да. Сильно борзые. Просто сейчас будет просто драка. А, нельзя фото. Можно фото. Не, ну сейчас пытаемся перекрасить. За это тоже ответишь. Так можно. За это тоже ответишь, дружок. Ну сейчас, не, ну мы уже собрали. У себя ты откуда родом вообще? Я французский. Французский? Вот во Франции так будешь показывать. Да, а в Украине я тебе сейчас палец сломаю. Украина, да. Гостиница «Мир». Француз. Да стой! Да, ну блин, они толкают вообще. Значит, стой, тебе говорю. За казино. Да нет, все, мы вытащим. Меня не пугай. Да это самое, мы добрали уже казино. Да. Сядь машину. Что? Сядь машину, милицию будем ждать. Машину сядь. Ты ручки свои нормально поставь. Вот сядь, машина, сядь в машину, жди ДТП милицию. ДТП совершил, поставил его на стоянку. Все. Базара не будет. Сейчас приедет милиция. Освидетельствована на алкоголь. Про права можешь забыть. Не надо, пожалуйста. Понял? Что? Не надо говориться мной. Андрей, не надо. Сядь в машину. Все. Сядь в машину, с тобой никто не будет разговаривать. Вот так. Значит, тут хорошо. Ну вот так, посиди, посиди, да, 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 да. Ты на работе? Давай, да, давай, давай, давай. Алло, Наташа. And that's